Привет, мои дорогие друзья и зрители! Сегодня мы отправились в Санта-Крус, до Тенерифе. Нам надо проехать 67 километров, и это примерно займет у нас 50 минут. Дорога свободная, потому что сегодня воскресенье. А вон едет лошадка куда-то. Вот такая обстановка на дороге, все спокойно, где-то тучки, где-то солнышко. У нас было солнышко, а здесь больше тучки. Машинка у нас вот такая маленькая, мы на ней далеко никуда не ездим. Первый раз мы выехали. Но с навигацией. Да, но с навигацией. 200+. И еще там гибрид, да? Гибрид. А в чем тут этот гибрид? Я не понял. Идем спокойно, не спеша. На этой заправке мы всегда останавливаемся по дороге в Санта-Крус. Ну, даже здесь есть какие-то изменения. Вот здесь мы летали с Томом с той площадки. А здесь теперь построили какое-то здание. Но еще не построили, но уже строят. В этом уютном кафе мы обычно пьем кофе, ну или перекусываем что-нибудь. Но здесь всегда много народу. Да. Я говорю, сколько народу в этом баре. Мне нравится этот Санта-Барбара стайл. Да-да. А? Поехали. Халадина. Халадина, очень правильно сформулировано. На Тенерифе есть особенно ветреные места. Лос-Рокес – одно из них. Также еще туда входит Голь-дель-Сур, Эль-Медана и другие, где базируются в основном серферы и параглайдеры. И если вы не любитель экстремального отдыха, вы навряд ли полюбите Тенерифе, если окажетесь там случайно, в первый свой приезд. Горки хорошо заросли уже, какие-то лишайники все, уже не такие голые, как были. Да, вот первый тоннель на нашем пути, последний, я думаю, маленький, коротенький. Приехали в Санта-Крус. Да, тут сразу начинаются какие-то стоянки, паркинги. Ага, вот это футуристическое здание. Вот оно, было видно. Мы его снимали уже, я чуть забыла. Воскресенье, на улице никого, все в машинах, все гуляют. А вот, вот наш блошиный рынок. Так, 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 да, вот наша обложка. Да, совсем пустынный Санта-Крус. Все на рынке и дома. Какая, смотри, статуя.
Ага, красота. Ну, может быть, мы на обратном пути еще их посмотрим. Да, вот такой городок Санта-Крус. Ну, в общем, мы где-то вдоль моря едем. Здесь мы уже, наверное, выезжаем, я так подозреваю. Проехали насквозь Санта-Крус. Скала. Да, здесь порт, набережная. Тем, что засыпан желтым песком из Сахары. Песок завозился с 1960 года в обмен на черный вулканического происхождения. Туриситас прямо. Почему-то не свозят. Ну ладно, свозись. Сан-Андрес. Да, вот в этой деревушке Сан-Андрес всякие рыбные ресторанчики рекомендуются. А, да, вот и пляжик уже, все, его хорошо отсюда видно. Стоячая вода, вообще не витринки. Вот, лодочки. Ну, какой тут парк. Красивый. Круговое движение. Вот стоянка. Первый съезд. Так, ну все, мы приехали на пляж, сейчас мы здесь. А вон смотровая площадка, вон туда надо, видишь, вон там. Да, вот сюда, на стоянку. Вот мы смотрим на пляж Тереситас с высоты, можно сказать, птичьего полета. Ой, какой здесь волнорез шикарный. Вообще, на всю длину пляжа. Я что-то раньше такого не помню. Бесплатный паркинг совершенно. Вот красота. Ну, вообще-то нам надо пойти на пляж и там пройти, тогда будет хорошо. Значит, мы сейчас... Да, мы идем на пляж. Сейчас прям выходим, идем на пляж. И по пляжу идем туда. Безлюдное место вон там в конце. Никого нету. А здесь дорожка для пешеходов. Так, вот здесь мы идем сюда. Поставь часы. Не часов. Ой, какое море вообще здесь. Здесь закрыли этой самой разделительной полосой. И все, здесь вообще лагуна. Желтый. Да, песочек чистенький, мы его сейчас протестируем. Ну, не златный пясцы, конечно. Конечно, нет. Но тут же неплохой, кстати. Песочек, кстати, отличный.
Пляж протяженностью 1,3 километра, и мы сейчас его пройдем. Хорошо. Смотри, какая водичка. Просто молодец. Да. Вот так, пока видно. А вон, посмотри, там волны, видишь, бьются. Почему синий флаг ты нам не дали? Ты не знаю. Слишком много кафе вокруг. Нельзя кафе раскрывать. Ну вот. Опа. Как вода. Ой. Вода холодная. Вода теплая. Опа. Вода теплая, прозрачная. Теплая, ветер сильный. Как вы заметили, пляж отлично оборудован. Купание здесь безопасное благодаря волнорезам. Также на берегу работает служба спасателей, есть души, туалеты и раздевалки. Для любителей водного спорта работает прокат лодок и катамаранов. А также можно платно полежать на лежаках под зонтиками. Проект этого пляжа был утвержден в 1961 году, а в 1968 году началось строительство волнорезов. Вода вообще прозрачная и очень теплая, непонятно вообще. Видимо, этот волнорез, он отсек эту лагуну. Здесь вообще стало тепло. Ветра тоже нету. Все закрыто скалами. Вода теплая. Песок начали возить в 1973 году в течение 6 месяцев из пустыни Сахара. Песок был упакован в мешки, доставлялся по морю, и всего потребовалось 270 тонн песка для покрытия всей территории пляжа. Как-то странно, то есть ветер, то нет. Да. Ага. Ветер думает, надевай шляпу. А наоборот, снимай шляпу, одевай куртку, потом наоборот, снимай куртку, надевай шляпу. А вон там снимаешь лежак, тебе бесплатно кофе. Или наоборот. Берешь может кофе, быть. Бесплатный лежак. Может быть. И вон там тоже. Вон туалет. Пасаду, ай, амига, ¿cómo te extraño?
ветра стало лучше. А что ты здесь задуло? Задуло, да. Да, наверное, вот здесь. Дальше не пойдет. Предлагаю вот где-то вот за этими людьми и пойти в кафе. Пошли туда, сходим. Может, ветер закончится. Да, вот здесь, видишь, уже нету. Так что... Здесь нету, но я думаю, что он когда взлетит, то он это почувствует. Ну, почувствует, почувствует. Заряжак, заряжак надо будет уже платить. Он там расставился. Ну, пойдем посмотрим. А, лежаки платные, сказали, да. Там расставки. Gracias. Ay, amiga, te extraño. En nuestro universo todo era posible. Canta. За пляжем Тереситас находятся вот такие скалы, живописные, черные. Дороги больше нет, если вы понимаете. Здесь все кончается, дорога. Но здесь начинаются вот эти скалы, совершенно необыкновенные, которые вот там уходят туда, туда, туда и туда. Там остается только море, но говорят, что там есть еще черный пляж. Панорама корабельная. Вот эти камни черные, их везде, 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 на севере, на юге. Да, волны есть, но не на пляже Тереситас. Да, вот так вот можно сделать. Вот здесь такие волны, а здесь вот такая вот Божья благодать. Вот когда люди заботятся о пляжах, о своих людях, то они делают вот такие пляжи. А когда нет, то можно купаться и здесь, конечно. Чудесный вид. Смотри, вот когда-то здесь были перила. Да. Вот, а теперь остались только ржавые столбики. Да. Потому что в них нет необходимости. А? В них нет необходимости. Перила? Да. Вот спасатели этого пляжа работают. Да, к нам едут. Да к нам сейчас. Тебя спасают. А вот здесь этот гигантский волнорез, который отсекает океанские волны от этого тихого пляжа. А волны вот такие вот. Волны просто вот такие. Тут есть рыбаки. Так. Здесь рыбаки и блогеры. Все, не видно. Все, дальше не ходим. Не ходим. Все. Тут же камни. Не видно черного пляжа, да. А здесь мы вот так вот море
на 360 у нас. И вот этот чудный пляж с желтым песком под названием Тереситерс. Да, и пошел маленький-маленький дождик. Несмотря на то, что вон там небо совершенно чистое. Смотри. Да. У нас наказание сейчас лупит сильный дождь. Я уже искупалась. И теперь снова. Да, вот и финал. Финал нашей прогулки на пляже Терес. Все собираются с пляжа и будут убегать. Поэтому мы окончательно промокнем. Заканчиваю свой блок, иначе камера вымокнет окончательно. Вот опять солнышко. Вот оно, чудесно. Да, это скаты, да? Нет. Кто это? Так, ну вот это запрещение на пляже. Вот сейчас солнышко будет, они все светятся. Как культурно, видишь, все прокрашено. Здесь ходи, там не ходить. Тут ходи, тут не ходи. Все у них просто как... Вау! По-моему, тоже вот здесь да? Можно сходить. А тут что такое? Купата Либре. Купата. Угу. А что? Не работает. Не работает вон там. Вот этот работает. Да. Мы покидаем пляж Тереситерс. Не вытерли стекло. Хорошо. Сейчас мы заедем в деревню Сан-Андрес. Второй это выезд, а нам надо вот сюда, налево. Ну не сюда, а вот куда там, чтобы Сан-Андрес был. Ой, вот сюда, видишь, тут есть какие мостики. Вот, Санта-Крус, Сан-Андрес, вот сюда. Так, все, мы заедем в Сан-Андрес. Тенисто тут у них. Да, красиво. Тот самый, да? Конечно. Не Санта-Крус? Нет, тут стоит на Альтавире. Ай, красиво здесь. Так, вот мы в деревне Сан-Андрес, и тут просто замечательно. Здесь мне нравится. Такие мостики живописные. Это есть. Прямо. Так, ладно, деревня Сан-Андрес, вот так, приезжайте сюда, в рестораны. И вам тут все понравится. Да, и вам дадут тут морских гадов. Красота здесь, конечно, кто понимает. Пляж рядом, я думаю, что эта деревня процветает. Все, мы выезжаем от пляжа Тереситерс. В сторону Санта-Крус и дальше по маршруту в сторону Альтамиры. Санта-Крус туда. Все, вперед. Вперед. Ну, какие красивые у нас эти
указательные табло. Ужас. Что-то они тут не доработали. Да, вот эти стены, пещеры, боже мой, все этих... Сколько тут пещер. Да, мы очень рады, что мы съездили на пляж Тереситас, потому что, когда мы были там последний раз, нам там ужасно не понравилось. Там, ну, было, ужасно. Там было холодно, там было не обустроено, ни кафе не было, ни туалетов. Как-то все было, еще только начиналось, видимо, ни дорожек. А сейчас, пожалуйста, все сделано. Пляж удобный, кафе через каждые там 100 метров. Прекрасно. И главное, что построен шикарный волнорез. И этот пляж, он просто напоминает бассейн. Спокойная вода, белый песок. Ну, не белый, желтый, конечно. Но купаться там приятно. Находиться тоже. Всем рекомендую. Но у нас впереди долгая дорога. Ну, дождик идет. Будем считать, что идет дождь. В заключение посмотрим на этот памятник поближе. Он прямо приковывает взгляд. Я не знала, но это памятник испанскому диктатору Франциско Франко. Мужская фигура с мечом символизирует самого Франко. Автор памятника – Хуан де Авалос. Памятник открыт в 1966 году. К сожалению, он стал жертвой вандалов. В 2016 году его покрыли красной краской и написали антифашизм. Сейчас его хотят снести, но кто-то и против из-за его художественной ценности. Ну а мы прощаемся с Санта-Крузом, с пляжем Тереситас. Я хочу закончить нашу экскурсию на этом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, будет много интересного. И спасибо, что смотрели это видео. Всем пока-пока.